Всех приветствую на канале Animal Life. Родители девочки с редкой болезнью каждый день благодарят Бога за то, что она живет. Бриёль Бёр родилась в США, сейчас ей 4 годика, и она уникальный человечек. При рождении врачи поставили ей страшный диагноз – синдром Биара-Джонсона. Это заболевание очень редкое и смертельно опасное. При нем наблюдается нарушение кожной пигментации и неправильное развитие черепа. Врачи не оставляли ребенку шансов и утверждали, что жизнь девочки будет недолгой. Мама и папа Бриёль счастливы, что Бог дарит им возможность подольше побыть со своей дочерью и называют это настоящим чудом. Одним из симптомов болезни является нарушение дыхания. Малышке не хватает кислорода, и, соответственно, весь организм страдает и отстает в развитии. Бриёль – постоянный посетитель больниц. С помощью специальных медицинских приборов ее организм насыщают кислородом. Ребенок до 4 лет молчал, но не так давно она сумела сказать заветное «мама». Мама верит, Бриёль все понимает. Родители признались, что очень сложно ухаживать за девочкой. Однако оптимизму Цандис, мамы малышки, можно только позавидовать. Она искренне верит, что Бриёль продолжит бороться за свою жизнь. Ведь еще с первых минут после рождения стало понятно, она очень сильный ребенок. Своим оптимизмом, говорит Цандис, она обязана дочери. С каждым прожитым днем она учит бороться. Мама призналась, что ранее в семье не вели подготовку ни к одному празднику. Но теперь в их сердцах живет надежда и вера в лучшее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!